Париж, Москва. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах, подвергли бомбардировки города. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утирали. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Thank you.